Запах алкоголя полицейские смогут ловить на лету. Датчик дистанционного выявления паров этилового спирта в салоне движущегося автомобиля способен мгновенно определить, кто сел за руль после бурного застолья. «Бутон», так алкотестер назвали разработчики, сканирует даже машины, несущиеся со скоростью 150 км в час. Лазерный луч, вот здесь вот излучатель, проходит через салон автомобиля, через боковые стекла. В эту же секунду, а точнее за одну ее сотую, система определит содержание паров этилового спирта в салоне автомобиля. То есть на наладонный компьютер сотрудника ДПС приходит информация в виде номера машины, внешнего вида. То есть он останавливает именно ту машину, сигнал от которой зафиксировал датчик. Показания алколазера в любом случае подлежат проверке. Дистанционный алкотестер запеленгует автомобиль, даже если под шофе находится не сам водитель, а кто-то из пассажиров. В таком случае вечером в пятницу, когда пахнет пусть не в каждой второй, но во многих машинах, инспектор ГИБДД, стоящий где-нибудь здесь, на Садовом кольце, будет получать десятки фотографий в минуту. В МВД рассказывают, что «Бутон» изначально проектировался как устройство для обнаружения взрывчатки, но в ходе испытаний его решили переформатировать. Уловить запах алкоголя оказалось намного проще, чем гексогена.